каждом городе своя архитектура зданий. Есть кое-какое сходство, я уже замечаю, когда старинные здания соседствуют с новостройками. Конечно, это уже не в одном городе Австралии я наблюдала такое соседство. Делает какую-то особую изюминку города. Просто иду, гуляю. Смотрите, какое современное здание. И рядом с ним вот такие интересные какие-то своеобразные постройки. Посмотрите, какие красивые старинные здания. Такое количество, большое количество очень красивых зданий, такие с башенками различные, такой специфической формы. Пожалуй, такое большое количество красивых старинных зданий я видела только в Сиднее. Когда я сказала о старинных зданиях, я имела в виду Австралию. Конечно, красивые очень города и Санкт-Петербург, и Рим, чем Италия. Если бы я знала, конечно, я бы вам рассказывала историю каждого здания. Но, к сожалению, я не знаю. Вот обратите внимание еще раз на вот это великолепное здание, которое соседствует с современными с двух сторон. Яркое, все такое необычное. В общем, мне очень нравится. Сейчас сфотографирую даже.
красивое здание, тоже госпиталь. University area. Это все район университета. Какие башни, церкви, везде, на каждом шагу церквушки. Convention Center. Convention Center. Театр, наверное. Must be. Look. Что-то там разыгрывает сценки. Какие-то киллеры. Снимают кино, видим. Parliament of South Australia. Это здание парламента Южной Австралии. Что-то они там... Кто это, непонятно. То ли кино снимается, то ли... Да, видимо, кино снимается. Очень красивые. Своеобразные австралийские. А вот... Library. Библиотека. Museum. Это музей. Сейчас будем проезжать музей. Art gallery. Вот он музей. Арт-галерея. Это что же это за здание? Не успели мы. А вот, пожалуйста, какая церковь, посмотрите. Красавица. Красиво. Все, центр такой. University of Adelaide. В этом? Yeah. Университет Аделаиды. Смотрите, вот это красивое здание. Представляете, как классно учиться в таком университете. Красавец. Только приходишь сюда, как будто в музей какой-то. Я не успеваю снимать с двух сторон. Смотрите, какие красивые здания. Просто великолепный центр Аделаиды, конечно, очень красивые здания, архитектура великолепная, именно в таком старинном стиле, возможно, это старинные здания, да, это старинные здания все, когда застраивался город, вот они были первыми, поэтому и вот такая необычная оригинальная архитектура у них. Ботаник Гарден, которым собираемся посмотреть.